Мне кажется, я видел отца. Похоже, я схожу с ума. Лара, твоего отца больше нет. Рано или поздно мы все сталкиваемся с тем, кто мы есть. И кем мы должны стать. Я знаю, куда отправился мой отец. Самый центр моря дьявола. Нас ждет приключение. Смерть не приключение. Что ты здесь делаешь, Лара? Я уже 7 лет на этом острове. Это твой отец отправил меня сюда. Теперь я вижу сходство. Ум. Безрассудство. Что ты знаешь о моем отце? Лара, в моей жизни были не только заседания, встречи и сделки. Существует организация под названием Тринити, которая жаждет начать всемирный геноцид. Твой отец знал, где провести отпуск. У него был нюх на неприятности. Ты должна остановить их, Лара. Пообещай мне. Беги! Серьезно? Дамы, вперед. Открывай гробницу! Опусти пистолет! Это ты держишь палец на курке? Не с той семьей ты связался!